такое вот сложилось ощущение, впечатление в общественности о допинге, то что это плохо. Вот на самом деле это неплохо, если это грамотно делается. Это данность современного профессионального спорта. Спорт выше достижений. Как говорил мне мой тренер, он говорил всегда так. Вот если в натурашку тренироваться по 6-7 часов в день, каждый день, то без допинга точно загнешься скорее и больше вреда своему здоровью принесешь этим спортом, да, чем... На высоком уровне допинга. Отличную поговорку. Отличную поговорочку. Ребята, запомните. Постепенность дозировки – путь к отличной тренировке.